Так, берем груз, господа, давайте поедем по Питеру. Давайте поедем по Петербургу, господа, поедем по России. Возьмем локацию Россия, господа, смотрите. Локация Россия, Россия. Локация Россия, господа, у нас только есть два варианта, к сожалению. Это Реношка и Ман. Так, но на Мане не хочу, на Реношке, давайте возьмем что-нибудь другое. Давайте поедем, господа, я даже честно не знаю, на чем поехать можно, машин очень много разных, да, сейчас у нас была Скания, да, вроде бы, да, была Скания, давайте мы поедем, скорее всего, на старой Реношке, нет, ребят, извиняюсь, везем свежая рыба, Россия, Эстония, господа, Россия, Эстония, ехать 240 километров, Ивека у нас получается Stralis Active Space, супер. Так, все, господа, Екатерина берет груз и едем дальше, ребята, берет груз и едем, нажимай, куда? возьми же груз. Да, нет, возьми, взяться на работу. Все, ребята, Екатерина взяла груз, мы везем страна Россия, едем в Эстонию. Так, давайте почитаем. Так, а у тебя есть девушка? Нет, братик, девушки у меня нету. Мои поздравления. Спасибо, Ломидзе Аркадий. Так, дал бы Кать. Так, господа, давай, Кать, покажи нам сначала машину. Покажи нам на машину для начала. Так, ровно дороги. Спасибо большое. Так, господа, давайте вам покажу. Да, я покажу сам. Вот такая сегодня, ребята, у нас Ивекушечка, ну, симпатичная такая, хорошенькая машинка, кстати, Ивека, как говорится, очень не любит Ивеку, ну, потому что есть очень нехорошие слова про нее интересные, но я не буду говорить на эфире, потому что неприемлемо. Ладно, ребята, вот такой сегодня у нас красавчик, Ивека, ну-ка, посигналь. О, ребята, сигнал неплохой, давай покажем теперь салон, покажи людям салон. Покажи салон, давайте быстренько пробегимся по салону, кому интересно, еще давай потихонечку, плавненько, покажи вверх, вниз, вверх поднимай, вверх. Да, вверх поднимай, вот так, ребята, вот такая у нас сегодня кабина, Ивека Stralis, простенько, как говорится, бюджетно и сердито, дешево и сердито. Ладно, все, давай, заводи технику, не балуйся, заводи технику. Ставь руль нормально, да, и включай приборку, заводи аппарат. Так, все, господа, Ивека завели, стой, свет включай, Кать, сбоку. Раз, два, видишь, зеленая загорелась. Вниз нажимаешь, включается дальний свет. Еще раз вниз выключаешь. Вот сбоку, вот на эту кнопку всегда нажимай сбоку. Смотри внимательно, смотри сбоку. Да, включить, да. Приборную панель, а еще раз включить свет. Все, короче, давай камеру настраивай. Куда нам ехать? В ту сторону? Включай пока от первого лица. Направляй камеру и потихоньку давай выезжай. Ручник убирай и поехали. Стой, ручник убирай наоборот, ты походу он не стоял. Вперед проезжаешь, потихонечку вперед, потихонечку, накатом едешь. Плавно, да, плавно поворачиваешь, вот, правильно, молодец, можешь когда хочешь, Катя. А ты говорила, что не умеешь, все ты умеешь, просто ты придуряешься. Мы тебя знаем, Лису, что Катя у нас любит придуряться немножко. Так, ну все, стой, не едь, быстро не едь. Миша, надо же не забывай. Выключи, F3 нажми. Миша, надо будет же сделать, что не забывай. Что мне надо будет сделать? Слышу. Да, скрин. Так, ребята, вот такая сегодня еще Ивека, раз показываю, последний раз. Все, ребята, поехали, давай, делай первый вид от лица и погнали. Так, Ивека херня, а не фура. Нормально, ребята, нормальная фура. Все машины хороши, в каждой машине есть свои плюсы и минусы. Поэтому, ребята, все машины хороши, нету машины идеальной. Есть машины, ребята, у которой у каждой есть свои плюсы и минусы. Все, Кать, давай, погнали. Давай, первое лицо включай. Настрой камеру себе получше. Да, я тебе сделаю получше. Кстати, у тебя навигатор есть, зачем ты включила? Навигатор у тебя есть. Вон стоит, тебе прямо на... Выруби его. Все, поехали. Все, вон тебе же навигатор, смотри, вот он стоит. Привыкай. Зачем, Кать? Ну, пол экрана занимает тебе твой навигатор.
Ну ладно, есть с навигатором, все, хрен с ним. А, вон выезд с правой стороны прямо, вон ворота. Ворота прямо с правой стороны. Да, только камеру ты неправильно поставила. Ты смотри, потом тебе, когда будешь поворачивать, неровно. А, так, как сделать русскую валюту? А, в настройках сделаешь русскую валюту. Так, а это игра или что? Ну, конечно, блин, нет, это реально жизнь, это реально жизнь. В принципе, это уже как реальность. А, нет, Кать, стой, не туда, я здесь сам не понял, подожди. Вот они. Ну так здесь две ворота, я ж не знаю, где сам, да я ж не вижу, блин. Тебе ж виднее, ты ж за рулем, а не я. А, так, ну все, давай, заворачивай тогда и выезжай на разгрузку. Так, а Катя супруга? Ну да. Так, а Катя, кто тебе? Что, кто тебе, Кать? А, спрашивает, кто тебе, непонятно. Кто? Вот я не пойму, что спросили, что значит кто тебе? Так, а что за фура? Ивека, ребята, это Ивека. Так, а тебе левее. А, ты типа уже типа научилась? Ты научилась камерой уже управлять, да? Ты смотри. Так, Катя домохозяйка? Нет, Катя любит покушать вкусненько. Поесть вкусненько она любит и полежать на диванчике. Так, это версия 1.3. Так, покажи лицо. Гоу конвой. Нет, братья, конвой пока не будет, но скоро готовлюсь к конвою. Так, ну что, Екатерина, давай. Понеслась на разгрузочку. Давай покажем наш Logitech G920. Ребята, модель стоит в ДНСе 25 тысяч рублей брал. А КПП стоит у нас 4 тысячи рублей, тоже брал в ДНСе. И ручник, ребята, от компании DimSim тоже покупался за 4 тысячи рублей. В общем, весь комплект стоит 32 тысячи рублей, кому интересно. Так, Nice Edition 13, спасибо тебе большое, родненький, спасибо тебе за поддержку канала GameTime. Спасибо тебе за сердце дар, низкий поклон и мое почтение от канала GameTime. Так, это игра. Да нет, это не игра, это реально сейчас рейс, реально. Едем, ребята, из Петербурга едем мы в Эстонию. Так, давайте сделаем потише. Сейчас, что-то громковато. Ребятушки, сделаю потише. А вот он мой маленький, хороший мой работяга, ребята. Мой маленький, хороший работяга. И ты тоже наша работяга. Все нормально, давай, едь хорошо, не разбей нам груз. Так, все, давай, Кать, смотри. Тебе разворот. Нужно было включить поворотник для начала. Включаешь поворот. Давай, пошла, пока никого нету. Давай, пошла. Давай. Должен вступить. Не уступили. Да руль ты зачем кидаешь? Надо было газу давать. Быстренько проскочить. Успел. Ну, правильно, потому что не успели проскочить. Ну, бывает. Так, привет из Климова, земляк. Привет тебе, братское сердце, тоже снова Зыбкова. Так, это ж девушки. Ребята, получила небольшой штраф. Ай-я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 й. Кстати, я сделал перезапуск. Что, упало? Да, упало. С тысячи упало, прикинь, резко. Да потому что начали мы с тобой это что-то тут замешкались на чем-то. Сейчас мы поднимем, поэтому можешь ехать и быстро. Блин, что-то... Давай, последний катрейс. Давай, родненько. Последний. А тебе, кстати, ехать немного. 3:43? Не, ну это ж в игре столько, так-то в реальности. Ой, так намного-то меньше. 239 километров? Так, господа, едем Россия, Эстония, ребята, разгоняется Екатерина, ребята. Давай, Катя, разгоняйся, давай, родненькая, миленькая. Пошла. Кстати, тебе сейчас будет здесь... Прямо? Тебе прямо, бери... Бери немножко левее, да. Смотри по зеркалам, чтобы не всандалиться. Все, погнала прямо. А у тебя сейчас будет развязка, и ты едешь по шоссе. Сейчас будешь ехать на шоссе. Да, едешь в кап. Так, господа, сегодня у нас Ивек Астралис. Пока вам не могу показать машину, потому что Екатерина пока за рулем. А что мы везем? Морковку там везем или что? Я уже не помню. Ребята, сегодня рейс, у нас рыба. Сегодня везем мы рыбу.
Поэтому Екатерина сегодня везет у нас рыбу, ребята, в Эстонию. С Петербурга в Эстонию, ребята, с Петербурга в Эстонию Катя везет рыбку сегодня. Так, смотри осторожно, Кать, близко, близко не приближайся, а то иначе опять как-то, да, зацепишь отбойник и будет пиши пропало. Так, а ты пришел, ту грушу брала, чити, нет, что-то я не понял, Супермен, Супермен, напиши поконкретнее, не понял я тебя, не понял я. Так, Катя, давай, газу, газу, давай, погнали, родненькая, погнали в Эстонию, ребята, мы съедем с Петербурга, везем рыбу, ребята, замороженную рыбу в Европу. Ну, конечно, в России рыбы-то не надо, в России рыбы-то, наверное, много, да, она дешевая, мы в ней купаемся, зачем нам в России рыба? Давайте мы ее отвезем в Эстонию, господа, правильно, правильно. Эстония-то рыба важнее, там люди голодают, а мы-то потерпим, ребята, мы потерпим. Зачем нам рыба, ребята? Мы потерпим. Так, ребята, Катя, давай, родненькая, держись, держись. Екатерина, давай, нажимай газу. Газуй, газуй, Екатерина, газуй. Так, что за приложение на телефоне? Братик, зайди в телеграм-канал, там найдешь у меня по ссылке это приложение. Привет из Эстонии, ждем вашу рыбу. Кстати, вот как раз из Эстонии люди появились. Эстонцы, привет вам. С границы Беларуси, Россия, Украина, Эстония, привет. Везем как раз вам рыбу. Рыбу 20 тонн. Зачем в России рыба? Давайте эстонцам привезем. Эстонцы там, наверное, бедные, голодают, денег у них нету. Надо рыбки им привезти российской, да, хорошей рыбки, вот. Поэтому зачем нам, россиянам, рыба, ребята? У нас же много рыбы, правильно, дешевая. Давайте помогать эстонцам, украинцам, белорусам, германцам, французам, всей Европе, ребята, поможем. Мы же добрые люди, мы же добрые добряки. Так, Вадим Максимов, спасибо. Вадик Максимов, спасибо тебе большое за поддержку канала Game Time. Скажи людям спасибо. Скажи спасибо. Спасибо за подарок. Катя уже плачет, боится ехать. Очень-очень подъем, тяжело и достается, но я думаю, она справится. Думаю, справится. Так, знаешь деревню Неглюбка. Братик, я из Брянской области, я честно не слышал такое. Самим жрать нечего, вези в Смоленск. Я ж о чем и говорю, ребята, в России много рыбы, она дешевая. Стоит, ребята, копейки. Я зашел в магазин, рыба стоит 20 рублей, 30 рублей стоит, целый килограмм, господа. Зачем нам рыба? Везем в Европу бедным голодающим европейцам, ребята. Господа, поэтому только европейцам. У нас ее много. Все, увозим ее. Так, в Украине не мах жрачки. Братик, привезем ее украинцам, привезем. Зачем же россиянам еда? Мы и без еды можем жить. А только Украине и Беларуси везем продукты из России. Только Украине и белорусам, и эстонцам, и немцам. Так, Кать, давай газу давай. Привет из Клинцов, привет тебе тоже с Новозыбки, от Брянской области, привет тебе. Так, знаешь, верещаки, братик, я сам с Новозыбкова, от Брянской области. Так, Катя, газуй, родненькая, газуй. Катя, помахай, привет всем, улыбнись всем, скажи привет, я еду и боюсь, сейчас руль могу потерять, держи, Катя, руль. Так, приветствую, Вадим, Вадимка, привет тебе большое, спасибо тебе там. За поддержку канала Game Time, низкий тебе поклон. Так, а это твоя жена, братик, и жена, и сестра, и брат, и мать, и сват, и все подряд, и все подряд. Так, господа, а ну-ка покажи, остановись, давай быстренько покажем. Остановись, тормози. Нажимай прямо на ручник, Стас, останови на ручник. Включай камеру, ребят, давайте покажем вам груз, да. А пока не стемнело, вот такая сегодня у нас века, посигнали. Вот такой, ребята, сегодня красавчик у нас, да, все, хватит. Это Ивека Астралис, и везем сегодня, ребята, рыбу в Эстонию. Рыбу везем в Эстонию, Санкт-Петербурга, ребята. Так, все, Екатерина, поехала. Устала уже, Екатерина, нелегкое дело возить грузы, да? А ты как думал, дальнобойщики думают, в сказку попали, когда едут, да? А это еще только, это только начало, они по 8 часов за рулем едут. А ты, Катя, час проехала и уже родненько устала. Давайте пожалеем Екатерину, бедненькая устала уже ехать за рулем.
Геймер 212, спасибо тебе еще раз, спасибо тебе, родники, спасибо тебе большое за поддержку канала Game Time. Низкий тебе поклон, низкий тебе поклон. Так, Екатерина, моргни, если вас держит заложник. Катя, не моргай, не моргай, если тебе, не моргай, не моргай, не надо, не давай сигнал, не надо давать сигнал. Катя, не давай сигнал, тебя в заложниках держат, тебя в заложниках держат, да? Катя, держись, не надо, не надо, не сдавай меня, не сдавай. Так, ночью еще скучнее будет в темноте. Так, главное, чтобы она не потеряла разметку, ребята. А то она любит лево-право ехать. Ну, кстати, я смотрю, что тоже потихоньку привыкаешь, да? Так, отпусти девочку, отпусти девочку. Кенди 07-0612, спасибо тебе большое, братское сердце, за поддержку канала Гипта. Низкий тебе поклон, низкий тебе поклон. Так, а что мы так улыбаемся, а? Что мы так улыбаемся? Не понял я. Что смешного? Груз вези. На дорогу, на дорогу. Я за тобой слежу. Я за тобой слежу. Так. Передай привет моей жене Кате. Передаю привет жене Кате от Павла 121 и от канала Game Time. Крутяк, крутяк. Илья Баранников написал. Спасибо, спасибо, братское сердце. Обнял. Так, ну что, Катя, где там мы едем? Так, короче, она попадает на круговое движение, ей осталось ехать 170 километров. Господа, едем от Петербурга, едем в Эстонию. Везем, ребята, рыбу, нашу российскую, господа, рыбу. У нас же ее много, это рыбы, правильно. Зачем нам рыба, ребята, в России? Давайте европейцам, американцам по самой дешевой цене. По 5 рублей за килограмм, ребята, везем рыбу. Кстати, можешь выключить поворотник? Давай выключи поворотник. Сделай меня модером, пожалуйста. Сделай меня модером, пожалуйста. Так, 120 канал, Дим, крутяк, крутяк, Баранников написал. Спасибо, спасибо, брат. Котенка, гав, мяу. Блин, игра, тут что пишут. Так, довольно, довольно, все хорошо получается, да, у тебя? Я тебе сейчас накажу, я тебя, смотри за дорогой, смотри за дорогой. Смотри, груз мне не повреди. Рыбу везем в Европу. Рыба, европейцы голодают, бедолаги. Нищие европейцы ходят там в обносках, бедолаги. Давай рыбку им привезем из Петербурга. Поэтому, европейцы, ждите нас. Сейчас привезем российской вам рыбки 20 тонн. Нам не жалко. Мы же люди добрые, сами поголодаем, ничего страшного. Мы на диете. Россия на диете, ребята. Россия всегда на диете. Так, я тоже в ETS играю. Братское сердце, как говорится, ни пуха тебе, ни пера. Удачи тебе, хорошего, позитивного настроя и удачного тебе дня сегодня. Так, сделаешь меня модератором. Катя, ну как, нравится быть дальнобойщиком? Да. Нравится быть дальнобойщиком? Скажи, признайся. Признайся, что дальнобойщиком круто быть, путешествовать по Европе. Так, зачем ей перчатки? Так, сразу в бан про перчатки. Так, Катя, остановись. Остановись. Так, ей дальше. Ну, давай. Так, тебе прямо, Катя, тебе все время прямо ехать, тебе все время прямо. Да, ты не спеши, ты не торопись. Есть спокойненько, не спеша. Если что-то не знаешь, сразу делай аварийку, останавливайся и ориентируйся по местности, куда чего. Смотри-ка, здесь главная дорога. Здесь теперь не надо никуда смотреть, ни влево, ни вправо. Так, HTTP SBET1, спасибо тебе большое за розочку, спасибо тебе за поддержку канала Game Time. Низкий тебе поклон от меня и... от Екатерины. И от Екатерины. Привет, привет, Екатерина. Сколько стоит? Братик, все вместе стоит 150 тысяч рублей вместе с ПК. Чуть больше. Ну, там плюс-минус пару тысяч. Так. Сделаешь. Так, я тоже хочу стать дальнобойщиком. Братик, ну, в чем проблема? 18 лет. Берешь 25 тысяч и идешь в автошколу на C-категорию. И все. И либо становишься на биржу, и от биржи получаешь бесплатно права. Вот и все. Скажи, пожалуйста, Даша, просыпайся. Сказал. Так, Кать, тебе осталось сколько? 137 километров осталось. 137 километров. Передай ей, не гоняй, ее дома ждут. Как говорится, ребята, не гоняйте, вас еще... Как это даже? Не гоняйте, пацаны, вас еще матери ждут.
Или как там даже, не гоняйте, пацаны, вас матери дома ждут, вас матери дома ждут. Так, красивая Катя, хорошая наша Катя, хорошая, золотистая девочка, украиночка, наполовину украиночка, наполовину русская. Утю-тю-тю-тю-тю-тю, хорошая девочка, хорошая, давай, родненько. Едь, поулыбайся, скажи привет всем, привет. Скажи привет, ребята, привет, подписчики всем, привет большой. Так, ты... Дождь пошел, ребята, Катя говорит, дождь пошел. Едь, смотри, вот здесь кнопка нажимаешь, и здесь дворники включаются, да. Так, лицензия, да, это лицензия, это лицензия. Так, название руля, Logitech G920 модель. Так, господа, осталось нам еще ехать 124 километра. Катя едет, держится, все хорошо, спинка ровненькая. Сейчас капитосика Екатерине сделаем и поедет, ребята, дальше. И поедет дальше в Эстонию. Ребята, едем от Петербурга едем в Эстонию, везем 20 тонн, везем, ребята, рыбку везем. Поэтому, господа, минуточку внимания, окажите знаки внимания каналу Game Time. Все стримы, которые видите на канале TikTok, вместе с комментариями попадают в YouTube-канал. YouTube-канал «Шапки профиль TikTok», господа, милости прошу к нашему шалашу. Также все найдете у меня в Telegram-канале, скачать платную версию, бесплатную версию всех игр, которые у меня проходят на канале. Поэтому, ребята, заходите, качайте, подписывайтесь, всем будем рады. От Екатерины большой-большой привет, Катя. Скажи привет всем, кто пришел на стрим. И едем, ребята, дальше в Эстонию на разгрузку. Так, давай газку, Кать, давай газку. Газу, а то мы будем так долго ехать, у меня же аккумулятор садится. Покажи, Катя, покажи-ка, знаешь что? Там уже покажи, знаешь что уже? Ну, догадайся уже. Нет, тебе, братик, есть 18 лет, чтобы тебе это показывать? Так, Новозыбкова Форева, Новозыбкова, привет тоже, я сам с Новозыбкова, поэтому землячок, привет тебе большой, землячок. В итог, спасибо большое тебе, Кабак 78, спасибо тебе большое за поддержку канала Game Time. Мое тебе почтение. Ребята, покажу вам немножко погодки. Смотрите, какая погода. У нас даже и в симуляторе погода-то сегодня не очень. И в симуляторе погода сегодня не очень. Так, дальше Екатерина продолжает. Осталось, ребята, вот 99 километров. Скоро мы приедем, господа, в Эстонию. Эстония, жди нас. Везем тебе 20 тонн рыбы. Так, это ты с какого города? С Новозыбкова. Так, Брянская область, город Новозыбков, 32-й регион, граница Белоруссия, Россия, Украина. Так, привет, ты сегодня будешь сам играть? Да, буду, Виктория, буду играть. Ой, Катя, что ты натворила? Катя. Девочка Катя, что ты натворила? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Молодец, ребята. Короче, Катя куда-то там сандалилась. Кострома на связи. Привет, Кать. Стой. Куда ты едешь? Стой, остановись ты. Поставь ты аварийку. Включи другой вид. Посмотри, что ты тут наделала. Давай задний ход. Ну, подорвание, ты же руль тут загнула, хрен пойми. Давай назад. Короче, ребята, косяк большой. Короче, Катя запорола груз. Ага, давай, я не знаю, там, ты ли между деревьев попала, то ли что. Так, подождите. Сейчас сделаю потише, а то очень громко все орет, блин, я уже сам заглохну. Так, давай посмотрим, что здесь случилось. Посмотри внимательно. Ну, да как ты так туда могла заехать? Я не понимаю, Кать. Как туда? Да как можно было туда в лес заехать? Я вообще не понимаю. Как такая широкая дорога и туда в сандалиться? Прямо... Да, у тебя ручник, во-первых, стоит. Ты с ручника убери. Да. Нет, подожди. А подожди. Вот здесь просто стоит, что у тебя типа якобы ручник. А, нет, все, пошла. Подожди. Газу назад. Включи.
А, Вита другой, другой вид включи, посмотри, что там вообще с фурой. Ой-о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 й. Ребята, короче, это попадос, это попадос. Все, короче, я не знаю, короче, пытайся как-нибудь вытаскивать, я не знаю, крути руль. А, включи, короче, ребята, попадос, Екатерина залетела, вот-вот, пошла фура. Крути куда-нибудь, крути, вон, вроде бы идет потихоньку. Ну, крути, значит, баранку, крути, чтобы шла, значит. Делай, что-нибудь будешь делать, рано или поздно что-нибудь да получится. Так, официал Квадро, спасибо тебе большое за поддержку канала Game Time. Низкий тебе поклон и мое тебе почтение от Екатерины и от меня. Так, по ягоды да по грибы поехала. Так, Кать, давай что-нибудь крути. Газуй назад, газуй все время назад. Пробуй выезжать. Наверное, скорее всего, надо включать дифференциал. Блин, ну как, ну ты почти приехал. Вот осталось, ребята, 90 километров. Короче, эстонцы, Эстония, рыбки у вас не будет сегодня, все. В Эстонию сегодня не привезем, господа. Короче, запороли мы рыбу сегодня, ребята, поэтому европейцы опять сегодня будут голодать, извиняемся. Ну что, все, короче, Кать, все. Нажми на эскейп, нажми назад. Помоги ей, да что помогать, пусть сама выезжает, потому что если помогать, то смысл этого всего обучения, должна сама пускай делает. А то привыкли, как сами ездят на машинах, так ездите сами. А как что сломалось, так сразу, помоги, сделай машину, поменяй фильтра, да. Ишь его, привыкли. Как ездит, так все герои, да? А как починить машину, да, вытащить, так сразу. Приедь, муж, выручи меня. Так, все, выворачивай. Назад, сдавай, Кать, назад, все время сдавай. Что ты все время вперед жмешь? Тебе надо выехать сначала, блин, что ты вперед едешь? Выезжай давай назад. Газуй все время назад, и все, рано или поздно выйдешь. Короче, ребята, запорола Екатерина, запорола. Ну давай, выбирайся, хорошо. Если тебе получается, в чем проблема? Вот 2% ущерба груза уже нанесла. Молодец. Короче, Эстония, родненькая, миленькая Эстония. Не будет у вас сегодня рыбы, поэтому мы извиняемся. Не довезли груз, аварийная ситуация. Студент сегодня не доехал. Бывает, не суди строго. Да, мы прикалываемся, ребята, все нормально. Немножко сейчас мы погладим Екатерину и поедет нормально. Ну-ка, давай быстро погладить. Может, тебя погладить надо, поэтому ты поедешь лучше. Так, груз-то не потеряла, что ты решила? Ой, блин, так, подожди. Посмотри, все, Кать, это залет. А, ты жестко, ты, похоже, наверное, ты действительно потеряла груз, наверное, да? Все, короче, делай эвакуацию, все, нажимай на след. Ну, короче, это тебе наказание, все. Короче, господа, делом кто он виноват? Она говорит, что, ребята, это он виноват, что попали в эту ситуацию. Так, короче, здесь, ребята, эвакуация, смотри, здесь эвакуация. Возможно. Так, покупка, состояние грузовика, настройка, улучшение присоединения, так, грузы. Так, господа, что-то не помог. Где здесь эвакуация? Ищи эвакуацию. Как здесь значит? Так, сейчас... Попробуем. Кать, ты не выйдешь, все, там залет у тебя жесткий. Что ты выйдешь, бля? Так, F7. Давай попробуем F7 нажать. Говорят, что F7. Нажимай F7. Нажимай Escape сначала. Нажми. Escape на выход. На выход нажимай. Нажимай F7 нажимай. Вот, стой, погоди, здесь походу меню, да? Так, как нам же здесь? Нажми Enter. Вот, кстати, буксировка, буксировка есть. Давай, короче, вызываем буксировку. И будет нам 163 тысячи рублей. Все, Катя, это косяк. Катя, это косяк, конечно, это залет. Ладно, для студента это простительно. Ну, ты почти приехал на разгрузку, еще осталось там пару минут. Ну, конечно, тебя вытащат тебя. Я тебя вот так возьму сейчас за волосы и вытащу. И вытащу тебя. Так, тебе заводи. Покажи свой транспорт. Ребята, вот такая сегодня Ивека у нас Стралис, ребята. Вот такой сегодня у нас красавчик. Песок. Нет, Катя, давай, доезжай. Это твой косяк. Так, все, давай, первое лицо. Заводи машину.
заводи тракер свой, да, выключай и выезжай. Выезжай. Сейчас да, посмотрим, куда нам выезжать. А выезжать нам сразу направо. Пошла. Поперла. Поперла. Полностью выворачивай. Полностью выворачивай руль, полностью выворачивай, да. Потому что вот выезд, да. Все, не торопись, не торопись. Нам, кстати, нам ехать такое же расстояние ехать, нам, в принципе, немного ехать. Кстати, вот, все, у нас все хорошо. Кстати, я посмотрю, да, направо едет, направо, все правильно. Что за программа на телефон? SimHub. Найдешь в телеграм-канале у меня, в шапке Profi TikTok есть ссылка, и там найдешь у меня эту программу. Так, все, Кать, поставь от первого лица нормально, чтобы видно было, где ты, чего, как едешь. Так, все, гашет купол. Кстати, ехать нам не сильно-то и много. Не сильно-то и много ехать. Так что давай, соберись, Кать, соберись. Не торопись. Немножко осталось. Где же мой powerbank, ребята? Я извиняюсь, сейчас я powerbank включу, потому что садится у меня аккумулятор. Сейчас я достану зарядку достану. Ой, что надела? Нажимай сразу тормоз нажимаешь и ручник. В чем проблема, Кать? 200 раз тебе объясняю. Если что-то не получается, сразу жми.
Ugh.